сказати так, в ненамоленому місці, в принципі, не дуже в центрі, але має вже свою достатньо широку аудиторію завдяки фантастичній команді, яка тут працює. Їм, я думаю, маємо величезні оплески зараз подарувати. І, власне, лише команда робить такі інституції виразними. В них з'являється формат, в них з'являється програма, в них з'являються глядачі, які приходять і щось для себе відкривають. Або не відкривають. Розумієте, дуже багато за 5 років помінялося. Від здивованих поглядів нашого передвідкриття, коли ми відкрили інституцію перформансу в порожньому приміщенні. Цей перформанс робила художниця Аліфтіна Кахідзе. До сьогодні, коли ми вже маємо величезне портфоліо проєктів, показали тут десятки проєктів художників з усієї України. Співпрацюємо з історичним музеєм, з художнім музеєм, з іншими інституціями. Ну і, в принципі, напевно, трошки спровокували певний глядацький інтерес. І не тільки глядацький. Але сьогодні незвична виставка. Коли мене запитують, що це? Я кажу, це другий том дилогії від Катерини і Валерії Кузнєцок. Перший том відбувся минулого року і називався «В ногах правди немає». До речі, на сходах ви можете подивитися, як це виглядало, тому що там наданий такий детальний фотозвіт. Коли ви собі піднімаєтесь, ви його можете згадувати. Другий проєкт називається «Полетів». Що це таке? Чому знову ми бачимо впізнаваний матеріал? Чому знову так зване бідне мистецтво? Що це таке? Навіщо це? Я передаю слово авторам, а потім ми з вами ще трошечки поговоримо про рік наступний. Валерій, прошу до мікрофону. Я перепитую, щоб Катя буде виступати. Катерина? Добрий вечір. Наверное, каждый человек в своей жизни хоть раз задумывался о том, чтобы что-то изменить, оторваться от земли и куда-то улететь. И это желание свойственно человеку, поскольку он всегда недоволен собой, недоволен своей жизнью, как-то ему все время как-то некомфортно. Но на самом деле неизвестно, что там. Может быть, там не так уж и хорошо. Может быть, надо радоваться сегодняшнему дню и проживать его вместе со всеми, со своими близкими и радоваться, а не искать что-то где-то вдалеке. Поэтому, ну, это как бы наше видение, но у вас может быть свое. И я вам предлагаю, давайте вместе полетаем. Я хочу сказать, что вот нас сейчас просто здесь много, и мы как бы всего не ощущаем вот этой атмосферы до конца, потому что все-таки, как и первый проект, этот проект предлагается немножко камерным, для того, чтобы пришли наедине с вот этими объектами, посидеть, подумать, музыка, и вот это дает такой вот определенный настрой. Ну, несколько слов о проекте расскажу я. Вот, что мы хотели передать вот, при помощи вот этих птиц, образов. Ну, опять же, вы сами понимаете, что это мы и есть. Мы как бы показываем таким образом, как у каждого есть желание летать, и вот таким вот образом мы воплотили этот проект. Вот, что еще важно? Важно то, что для меня лично, вот, что касается свободы, это самое первое понятие. Будучи свободным, я для себя понял, что да, именно свобода, любовь, многие понятия важны, но для меня свобода это первично. Первично, потому что она дает возможность думать, созидать, творить и жить. И жить, а все остальное уже это после.
Вот. И мы хотели показать на примере, почему вот очень удобно в этой выставке нам удобно было выразиться, потому что у нас существует два пространства. Внутреннее и внешнее. Существует некая граница, вот, то бишь это стекло. И обратите внимание о структуре данной выставки. Тут внутри пространства мы видим такие свободно летающие объекты. Мы свободно парим, как бы. И когда мы выходим наружу, мы почему-то останавливаемся, мы сидим, мы как-то, может быть, это мифы, те, которые находятся за пределами вот этой вот нашей границы, как импровизированной, так и не импровизированной. Мифы, какие-то иллюзии мы себе строим. А ведь там тоже все, может быть, начинается по-новому. Но это мои размышления по этому поводу. Хотел, что еще? Много хотел еще рассказать о музыке, которая нужно, я еще раз говорю, нужно сидеть и слушать. Вот. Хотел рассказать о том, что сами объекты по себе достаточно скульптурные и уникальные. Вы посмотрите, там первые там такие вот очень любопытные образы там каких-то удивительных птиц, там каким-то с одним. Ну, то есть рассказывать не нужно, вы присмотритесь и все увидите. Ведь это мы с вами, мы уникальны в своем существовании. Вот. Там очень любопытно, даже есть одна работа, там, где даже есть перышки птиц, я не знаю, как они там появились, то ли там что-то происходило, какое-то движение на этом объекте. Вот. Но там перья птиц есть вот там вот, ближе туда, к выходу. Обратите внимание. Может, расчленили птичку какую-то. Вот. Ну, в общем, приходите еще. Я надеюсь, чтобы вы поняли окончательно и закрепили эту работу в себе, в душе. И я надеюсь, что вы поняли то, что мы хотели передать этим. Спасибо. Дякую.